Собственно говоря, по поводу блюда и рецепта. Муж у меня еще едет с работы, и я решила, пусть мясо стоит томиться. Не буду его торопить доставать, поэтому поужинать у нас сегодня получится, ну, наверное, все-таки поздновато. Я, если честно, немного устала, может быть, выйти так, что я оставлю вас сегодня без рецепта, друзья мои. Не обижайтесь, если что, смонтирую. Ну, потому что совсем поздно публиковать рецепт, ну, не вижу смысла. Смонтирую завтра. Ну, если уж так получится, то завтра обязательно выложу. Я за это время разобрала капустку. Капустка у меня созрела, я ее в этот раз захотела. Во-первых, у меня дома очень тепло. Во-вторых, капуста очень была сладкая и сочная, просто великолепная. Я захотела ее не доквашивать до прям вот таких состояний. Она невероятно вкусная. Она квашеная, только, знаете, не сильно кислая. Поэтому я решила ее достать, разложила по банкам, брала в холодильник. В холодильнике она будет дображивать. И... просто это брожение будет чуть более медленным. Все, что не влезло, сложила в этот тазик, нарезала сюда лука репчатого и заправила пахучим маслом. Теперь у меня целый таз вкуснейшей заправленной капусты. К сегодняшнему ужину. Вот. Я говорить не могу. Шикарная капуста. В общем, как-то так. Ну, так иногда бывает. Иногда хочется пораньше ее убрать. Иногда ты можешь подержать 4 дня. Зависит от температуры, от того, что ты хочешь получить. И так далее, и так далее. Всем, друзья мои, приятного аппетита, кто ужинает. Может быть, сегодня еще вам покажу ужин. А уж рецепт, ну, скорее всего, завтра. Потому что уж больно поздно будет. Хорошего вечера.